Алекс, привет! Всем привет! Всем пиз! Вы что не спите, дети? Потому что все ждали меня. Ладно. О, Алена Купер, моя любовь. Моя булочка. Слушайте, у меня так отросли сильно корни волос. Такого никогда не было. Посмотрите просто на это, как бы, ну, вот. Я даже не знаю, что делать, красить. Ну, просто я уже облысила и так, поэтому мне жалко, я хочу снять все волосы. Не спится, мы только пришли. Другое дело, тут телек надоел. Ну да, конечно, другое дело. Я вещаю, как оно вещает. Бессонница уже который день. Кстати, все жалуются на то, что сейчас из-за того, что, типа, зимние праздники, у всех бессонница. Как самочувствие? Очень плохое. Я, если вы видели меня без фильтра, вот, мамочка здесь, моя любовь, то я вообще белого цвета. У меня было сильнейшее кровотечение по-женски. Лизонька, привет, моя любимая. Ну вот, ехать ко мне в Калифорнию, вот. Это точно, Лен. Короче, у меня было сильнейшее кровотечение, мы безумно испугались. Маша, зачем ты телефон это говоришь? Врачей здесь нет, ну, наших, которых я знаю. Я очень сильно похудела. Почему из дома 2 ушла? Потому что там делать нечего. Маш, я забыла еще какие фотографии показать. Какие? О, Оля, ну, пришла. Может быть, они не знают. Смотрите, Маш со Спиваковым. Владимир Теодорович. Представляете, это у него... Вот кто знает, в Москве им, дом музыки. Международная музыка. Потрясающий дом музыки. И вот это вот, пожалуйста, вот Спиваков. А Ростроповича, знаете, Ростроповича есть? Маш, привет, всем привет, любимая. Маш, покажу еще с Ростроповичем. Вот с Ростроповичем. Смотрите. И, кстати, он в свое время, когда приехал, Маша ему сыграла, говорит, буду следить за тобой. Буду следить за тобой, девочка. Но не успел, умер. Ну, бывает, царство небесное. Царство небесное, правда. Лапочка такой, полынище. Мам, с Мексики привет. Ой, они же в Мексике. Алена, Алена купила. Лапочка. По-любому надо, это точно. Че, Маш? Да нет, это про врача мне тут советуют. Привет из Германии, красотки. Блин, 2 часа ночи. Ты знаешь, я тут... Мне сегодня все сказали, что у меня изумительная тоналка. Пришла к брату, к Диме Файну. Он говорит, ты выглядишь изумительно. Честно, я не делала сегодня тоналку впервые. Я сделала только корректор Никс. Самый светлый тон, который был. Вот, поэтому, не знаю, даже не делала тоналку на тон, просто у меня вылетели ресницы, я только сделала подводку, вот, и все. Все шикарно, все заебись. Доброй ночи, Веснушечка, моя доченька не спит, собака здесь тоже у меня. Вова! Калининград с мамой, спасибо. Великий Новгород, привет. Сиськи дело, конечно, дело. У нас по-самарски 2 часа ночи, в Москве час, а у нас 2. Шалом, ты меня не замечаешь, Юля, замечаю, дочь. На Мальдивы очень хочу, брат улетает, но что-то я смотрю по ценам, там 1 100 000 на 7 дней. 1 100 000. Где-то так. Когда в Москву дочь, я должна была в Питер, но... Ой, Веснушка, спасибо, но у меня началось кровотечение, поэтому... А, врачи говорят, выкидыш, не знаю. Маш, в сторис Крис был. Вова, Маша, ты косметику насываешь? Ну, как вообще... как вообще захочу? Могу не смывать, могу смывать, могу не смывать. Мне иногда похер, я ложусь так спать. Чувствую так себе, потому что я такой бледной за всю жизнь никогда не была. Я же говорю, я вчера спустилась со 2-го этажа вниз. В 2 часа дня встала, как бы, вот. Спустилась, сижу, думала, сейчас возьму что-то поесть. И в этот момент у меня такое отвратительное ощущение, где солнечное сплетение, резко, знаете, подступила тошнота, резкая прям. И головокружение прям очень резкое. И я не могла ориентироваться, то есть ноги ватные, это так отвратительно, это кошмар.
Поэтому было плохо. Очень. Очень. Ну да, мне и уколы выписали, мне сегодня делали. Машуля, выздоравливай, спасибо. Объем ресниц сейчас уже никакого после бани. Маша, вы с Антоном друг другу просто приятели, все. С каким Антоном, не поняла? Дочь, скажи, пожалуйста, с каким Антоном? Мне сколько? 30. Скажите, пожалуйста, с каким Антоном? Конечно, настоящие глаза. Маша, это была на похоронах. Наташа, я не хочу об этом вспоминать. Это такой ад был, что я хочу об этом забыть на всю жизнь. Я постоянно каждый день рыдаю. Это такая боль, которую заглушить ничем невозможно. Вот. Ничем. Она лежала такая красивая в гробу с венком. Это просто... Меня не дают покоя вопросы. Они меня и так всегда мучили. Что после смерти? Короче, не хочу об этом говорить. Вот. Но, честно, мне после бани стало плохо. Вот я сходила в баню, и я стала говорить... Африканта мне красиво поступила. Осталось сотни слизи, капа один к маме полетел. Короче, я была в бане, после этого мне уже стало плохо. Я стала жаловаться на жуткую слабость. Ноги не ходили. И я все время спала. Не могла понять, почему, сука, все стоят на горку. А я обычно в Москве первая подрываюсь. Вот я в три не могу встать. У меня постоянно была тошнота и вот такая слабость, как будто думала сдохну на полпути. Всем привет, любимые. Привет, пупсик. Наташа — это девушка, с которой мой брат жил 7 лет. Ты кто вообще? Ты кто? Соф, съебись нахуй. Не еби мозги. Манюня. Машуля гадалась, с которой больше в эфире говорит неправду уже который раз. Она сказала, что не могу беременеть, но, к счастью, я беременна. Слава богу, ты забеременела. Слава богу. Слава богу. Пёсика зовут Вова. I love you. Thank you very much. Ма, а ты где? Пойдем в ячею. А у нее? Я не хочу даже обсуждать, как забыть того, который тебя не любит. Таких людей даже на них нельзя тратить минуту своего времени, понимаешь? Нужно ценить жизнь. Мы просто думаем, что все бесконечно. На самом деле жизнь можно закончиться в любой момент. И это так страшно. Знаешь, 30 декабря, в канун Нового года, хоронить девушку молодую, которая лежит в венке неописуемой красоты, которая заняла 40 кубков за год, которая была лучшим хореографом Москвы, у которой на 30 декабря был билет. Представляете, у нее был 16:30 вылет в Ялту, и в 16:30 ровно мы ее похоронили. Час гроб не мог зайти. Это так страшно. После этого все кажется просто хуйней в этой жизни. Чуть-чуть нога трясется, дочь. Нога трясется. Ты любишь детей? Очень люблю, там не написано. Это ничего. Мои дети. Там не написано. Это мои дети, там все написано. Африканта вот себя предала, уже поклы кидает. Ой, я не хочу обсуждать Марину. Чего вы мне пишете про нее? Дай бог ей всего самого хорошего, и Роме тоже. У всех у них будет свой путь. Дай бог, чтобы он был у всех счастливый. Мам, тебе привет. Спасибо, я тоже передаю. Ташкент тебе привет передает. Я была в Ташкенте. Еще с папочкой. С мамочкой. Руку мне целуй. А? Руку целуй мне. Зачем? Я главная. Только Медя, привет. Ольга Дмитриевна говорит, больше все, тебе нужно отдыхать. Все, ложись, иди. Сейчас пойду. Да, сейчас пойду. Я уж тоже не могу. Вова, иди ко мне, тебя все просят показать. Да, булочка моя хорошая, ложись, мама. Ударь его. Ложись, моя мой. Ай. Ты хорошая. Знаешь, мне так хочется Мартина, мам.
Я мечтаю Мартина. Пошел с тобой драться. Вы знаете, я увидела Мартина, кошку. Я первый раз влюбилась в кота. Я ненавидела до этого кошек. Я хочу его забрать, я с Кристиной веду переговоры. Я готова выплачивать кредит. А за него? Я сначала за телефон мой. Свой. Разбила? Разбила. Все. Я Мартина себе заберу. Я тебе отвечаю, это мой сын. Я чувствую, что он должен жить со мной. Не болей, да, не буду болеть. Мама очень любит песню, а ты? Что, не поняла, кто что любит? А где все? Они все поехали по домам. По домам? Да. Кто-то. Они же, наверное, приехали чаевничать там или спать легли. А. Ты спросила, где? И персонажа будет, дай бог. Что будет? Балашихи, привет. Мартин, мне так хочу его забрать. Я так хочу Мартина. Золотой кот. Красавец. А как его забрать? Нет, я не хочу им оставлять его больше. Я тебе просто клянусь. Он у меня будет самым счастливым просто. Маша, не надо. Надо просто, чтобы он уже там был счастливым. Нет, он там не будет счастливым, я тебе отвечаю. Я Кристину наберу завтра. Машенька, я его не смогу взять в Москву. Мне все равно, я его возьму. Я просто почувствовала энергетически, что это моя судьба. Маша, он к тебе, кстати, не подходил ни разу. Кому? И не ложился на тебя никуда. Он? Да. Все время. Он на мне лежал все время. Где? На каком месте? На животе. Я что-то не учу. Мартин, это кот. У них никто не приживается из животных. Нет, еще раз говорю, я завтра ей позвоню. Нет, все говорят, забери кота, все. Все пишут, мам, я просто чувствую, что он умрет. Он умрет там с тоски на пятом этаже. Маша, во-первых, какой пятый? На четвертом, получается. Он умрет. Я чувствую энергетически, что это мой кот. Я скажу, чтобы тебе на 80 лет они его отдали. А, ну на 80 можно. Ой, на 70. Ну, на через месяц. Все, я скажу, чтобы тебе его за бантом привезли. Мне не надо. Но это мне, я скажу тебе. Нет, мне не надо. Если тебе, то тебе. А мне я скажу мне. Видишь, я хотела игрушку. Это же что было? Игрушечку хотела вот взять. Все пишут, заберите кота. Ему там плохо. Мне все пишут, он меня будет лечить. Он будет лежать у меня на животе и вылечит. Все говорят, заберите кота. Это твоя судьба, говорят. Знаете что, Машенька, ты единственное, что я тебя прошу. Мы когда говорят, пришли... что Сережа его замучит, спасай Мартина. Да, Сереженька его мучает. Но неважно. Значит, смотрите, мы когда пришли, вы сейчас Машу спросите. И мы там играли с ним, обнимали. Он счастлив был, перестал. Я ему попить дала, покушать сразу, потому что там ничего не было ни в одной мисочке. И потом он как поел и пописил, он пошел. Свою вот эту, знаете, там домик специальный. Ну, это ничего страшного, он да. У меня будет туалет стоять. И вот тут все просто обалдели от запаха, от всего. И мы так потихоньку все разошлись. Он, мам, он посрал. А? Ну, послушай, слова. Он у меня будет срать там в туалете. Маш, слова не говори. Маш, ты же интеллигентная девочка, говоришь так. Он сходил по большому. Я чувствую, что он умрет. Ну, мало ли что. Мам, чувствуешь. Я чувствую энергетически, я его хочу забрать. Это мой кот. Я буду разводить и продавать. А, нет. Он кастрированный, блядь, такая. Не говорите слова, пожалуйста. Мартин дружит, дочь. Вот, говорит, Вову отдать Крис, точно. Маш, покажи. Кому отдать? Кристине. Вову отдать? Да. Да ты что, он у нее ни одно животное там. У них не приживается. У них еще ни одно животное вот не все прижилось. Все говорят, что ему нужен это. Нет, нет, разве я отдам им? Ему нужен, говорит, ласка, Мартин. Конечно, ему ласка нужна. Я хочу его. Маш, ему не только ласка, ему нужно общение, дружба. Он все, хочет я его сейчас заберу. Играть. Он хочет, чтобы с ним нормально были. Ой, Катя пришла, Катрин Фрейд, моя любовь из Дубая, бубонька моя. Маш, ты похорошела.
Порода кота бенгал. Забирайте там, где малыш, котику очень плохо. Все правильно. Все, я заберу сейчас. А в других местах? Все почему пишут, ты? Что он измучил кота. Все пишут. Они видят, мне да? Домработница написала. Маша говорит, если есть возможность, спасите. Пусть домработница себе возьмет. Я его возьму. Ты не возьмешь. Это мой сын. Я его родила. Он пятнистый. Маш, мне не нравится вот эта смурь твоя. Ты что, пятнистая разве? Ну, я все время загар сходит пятнами. Все. А ты в курсе, что я играла? Слушайте, я играла с Сереженькой. Мы играем там. У нас, значит, машина была большая. Думаю, ну как его занять, когда я встала? Вот в самую рань, 6:30, не помню. И, значит, я с ним начала играть. И думаю, что играть? Он ни во что не играет, кубики уже построился. Говорю, давай дом строить. И вот он мне привозит машину, и мы выгружаем. Я говорю, вези, давай кирпичи. Вот он возит мне кирпичи, я ему сгружаю кирпичи. А говорю, дом будем строить. Слушай, что он сказал. А вот мы строим, а я говорю, он говорит, сколько? Я говорю, сколько стоит? Спроси меня. Он говорит, сколько стоит? Я говорю, стоит там 100 рублей. Говорю, давай, руку подставляй. Он мне так как бы, прям он мне в руку дает, прям, ну, как бы пальчиками дает 100 рублей. Потом я говорю, это стоит 10 тысяч, там, кирпичи. Он так думает, думает, тоже сыпет мне, сыпет ручкой. А потом, когда я сказала, говорю, это 100 тысяч. И он пошел куда-то. Я говорю, ты куда? А там отец с матерью спят у него. Ну, вот, сын не спал. Он говорит, пойду, папа возьму. Пойду, папа прошу. Серьезно? Да, он говорит, пойду, папа попрошу. И он пошел? Ну, я не пустил. Я говорю, ну ладно, нет, потом, потом. Потому что я ж, они же спали, ты что, время? Я встала в самую рань с ним. Ну, нет, он мне... Пойду, пап, прошу. Говорю, ну все, достаточно, закончили тогда уже. Мам, где твое кольцо обручальное? Ты надела уже? Да, она уже, смотрите. Смотрите, повезло. Значит так. Он молодец, да все-таки хорошее подарил. Это кольцо у меня еще... Нет, это другое он... кольцо. То это у меня пока... Покажи. Хватит мычать, как корова старая. На доме два бы тебя бородина быстро раскрутила. Но покажи колечко. Машенька, меня бы никто не раскрутил. Покажи. Я буду только молчать. Покажи кольцо. Не, не смотрите, смотрите, какая красота. Молодец, какой у меня жених. Машенька, все знают. Я на него откуда... молюсь. Все знают, откуда. Чтобы он тебя быстрее забрал за океан. Откуда у меня эти сережки и кольцо? Ну, кольцо-то. Все знают, от одной фирмы. И... Видишь, говорят, что он от тоски погибнет, бенгал. Все говорят. Да, и это правда. И когда мы пришли, он так счастлив был. Он так играл. Он плакал. Ира, слышишь, он плакал, слезы катились. И к нему подбегаешь, он падает сразу. Я его завтра заберу. Маш, ты не заберешь. Ладно, ты мечтать можешь? Я не мечтаю заберу. Но дома в однокомнатной квартире я вонь не вынесу. Он не будет. А что? Меня тоже воняет. Я тогда как пердану на всю квартиру. Маш, и все. Маш, ты знаешь что? Вот я тебе у мамы жених из Австралии. Маш. Во-первых, он не из Австралии, откуда... Из Аргентины. Во-вторых, Маша... Ты что, не знаешь, за кого ты замуж выходишь? Маш, вот отверни сейчас от меня. Я хочу сказать, ты когда говоришь такие вещи, ты, наверное, вообще не понимаешь, что ты делаешь. Не может девушка вот такие вещи она, говорить. Она, девушка, может все. Нет, Маш. Вот вы как... Прическа плохая, ну извините. Так, сколько времени, скажи мне? Время 5:05. Как? Ты час что, обалдел? Так, ладно, я пошла, потому что мне завтра... Ой, в третий час я пошла спать. Мне рано вставать, я куда? Завтра иду на елку. На какую елку? А зачем тебе елка? Ну, Лиза пришла, дочь моя. Ребят, дорогие мои, приветик. Я завтра иду на елку с внуком. А тебе подарки дадут или только ему? Маша, и куда иду? В дом актера, в свой родной дом актера. А ручку мне поцелуй, пожалуйста. Ну, завтра. Сегодня. Без... Ручку поцелуй мне. Думаешь, я поцелую? Ой, знаете, это мужики, которые думают, что бабы розовыми цветочками какают, идут у меня нахуй всегда. Маш, мы, слушай, мы с Наташей. Значит, сейчас, ёб твою мать, цензура нахуй прошла. Время 3:00, дети спят. Могу я хоть час матернуться раз, Маш, сука? Маш, ты можешь раз, но ты уже просто через слово, все сказала, все, что ты знала. По-моему, не все. Все слова. Но больше не говори. Мама через... говорит, огонь.
Мне хочется отпиздить всех. Отпиздить. Маш. Отпиздить. Маш, пожалуйста. Мы встретили, здесь была бутылка водки. Вот здесь стояла. Где она? Вылила в унитаз. Она была старая и испорченная. Ей уже столько было лет. Это вранье. Ну, я тебе говорю. Вова, хватит. Мама, он хочет посрать на середине квартиры. Я вижу по лицу. Значит, из-за того, что ты такие вещи говоришь. Знаете, у меня раньше здесь стояла елка и телевизор. А сейчас рояль, сука, и все. Пиздец. Телевизор куда-то сперли, елку не поставили. Ну, это почему? Ну вот, я же говорю. Ну почему так? А, мама? Ну, честно. Маш, а вот он сегодня, Вовочка, мне спать не давал. Его откормила морковью. Не надо его кормить. Пойдем, мой хороший. Мама спрашивает, что брата нашли от ворот. Конечно. Они оказались... нет, не от ворот, а ключи от дома. Ножку целую. И уже Кристина хотела менять замки все, а потом выяснилось, что они нашлись у нее в ее куртке. Она их положила в куртку. Она, конечно, редкая пиздоболка. Я не люблю это качество в людях. Она пиздоболка редкая. Кто? Кристина. Почему? Ну вот как, она обвинила всех, что своровали? Нет, ключи. Она не обвинила. Она говорит, где они, искали, искали. Оказались, они были у нее. Как вас мама терпит? Я ей приплачиваю денег. Даю в месяц 500 рублей. Блин, мне так хочется кота забрать. Ёбаный карась. Все, дети, меня все заебали. Мне сказали, что нужно спать, поэтому буду спать. Беларусь, привет. Челябинск, привет. Кристина на Брянскую похожа. Ну, все, мои соболезнования. Все, дети, я вас поцеловала, обняла. Что еще сделала? Поцеловала, обняла. Выпила за вас. Какое нахрен покрытие, ёбаный карась. У меня руки скрипачки. Идиоты. Покрытие. Вы должны меня боготворить. Я гениально играю на скрипке. Я души людей лечу. Не уходи. Да, я так хочу кошку взять себе. Лиза, ёпты. Все, дети, я пошла. Люблю, целую, обнимаю. Сторис смотрите.